Ребята, в этом видео я покажу, как сплести вот такого вот паучка из резинок. Для этого нам понадобятся ножницы, крючок, рогатка и две резинки. Берем рогатку и одну резиночку. Натягиваем ее и оборачиваем 4 раза. Вот, готово. Двигаем ее пониже. Берем оставшиеся две резинки и одеваем их. Дальше берем крючок. Берем и перекидываем на серединку. Вот. Дальше снимаем это. Вот что получается. Берем ножницы и отрезаем вот эти вот кружочки, которые по бокам. Вот. Раз, два, три и четыре. Вот, наш паучок готов. Всем пока-пока.